обнаружили власть подвального помещения, и я услышал голос девушки молодой. Он выбрал самый уязвимый контингент, это детей, потому что они могли оказать ему никакого сопротивления. Преступления, связанные с педофилией, стоят отдельной строкой, поскольку здесь усматривается невероятная жестокость по отношению к своим жертвам. То, что совершал я убийство раньше, да, совершал. Но это были мрази, и я мразь, и то были мрази. А девочки, это другое. Я ее видела, когда привезли в больницу, она была в ошейнике, в крови вся, естественно, была, как мать. Шок был. Он хотел меня убить. Он хотел убить меня, закопать. Он со смаком рассказывал о совершенных им 10 лет назад преступлениях. Мы плакали, мы там рыдали, все. А он сидел за решеткой там и сидит и улыбается. Светлоградский маньяк. Так в Ставропольском крае прозвали 40-летнего мастера надгробных памятников Ивана Панченко. Он прославился своей жестокостью. В течение 10 лет уголовник-рецидивист нападал на девочек-подростков и убивал их. Под землей душегуб оборудовал комнату пыток, куда для расправы приводил малолетних жертв. Для своих утех серийный убийца использовал ошейник, кожаные ремни и целлофановые пакеты. Самой маленькой девочке было всего 8 лет. Как удалось выйти на след особо опасного преступника и кто в этом помог сыщикам? Мы взялись за это дело, провели свое собственное расследование. Это будет «Честный детектив». Вместе со мной расследование ведет журналист Руслан Насыпов. Дежурный кинолог ОВД и его верный пес Рекс были подняты по тревоге. В небольшом городке Светлограде без вести пропали две школьницы – 8-летняя Оксана Баскова и 11-летняя Настя Морозова. Весь день девочки играли и гуляли во дворе. Из окон своих домов их видели соседи и родители. Ну, ребенок в этот вечер не вернулся. Обратилась в милицию, приехали. Но так как было поздно, конечно, походили, поискали, но у кого спросить, нигде же никого нет. Я мужу говорю, что-то Оксанки долго нету. Говорю, у меня что-то так на душе неспокойно. Что, ну что ты, говорит, не знаешь Оксанку, сейчас прибежит и будет тут. Она у нас вообще такая была, ну, резвая, веселая, на месте никогда не сидела. По словам родителей пропавших девочек, местная милиция очень долго раскачивалась. В ночное время школьниц вообще никто не искал. И только утром на месте происшествия появилась группа оперативников и кинолог с собакой. Взволнованные жители Светлограда надеялись, что милицейский пес возьмет правильный след и укажет сыщикам место, где могут находиться Оксана и Настя. Их папы и мамы были уверены, что с девочками ничего страшного не случилось. Думали, они просто заблудились в лесу и не могут найти дорогу домой. Одни сотрудники районного УВД опрашивали население и свидетелей, другие шли по следу, взятому Рексом. Была применена в данном поиске служебная собака оперативная, которая, в принципе, по имеющимся остаткам там следов, все там вещей, собака привела в данное домовладение здесь. Ну, при проверке здесь никаких так особо подозрений не выглядело. Ну, только лишь одно было, что товарищ, как выяснилось здесь в ходе с соседями беседы, выяснилось, что данный товарищ ранее судимый. Владельца сооружения найти сразу не удалось. Пес Рекс громко лаял и не уходил с места. Кинолог понял своего напарника и посоветовал оперативникам внимательно изучить участок земли и заглянуть во все помещения. При попытке открыть данную дверь, навесной замок просто-напросто здесь упал. То есть это уже выглядело как муляжное состояние. Дальше тут, видите, зазоры есть, тут не сильно плотно дверь закрывается. Было обнаружено, что имеется засов с внутренней стороны. То есть это уже у нас вызвало более полное подозрение.
Осмотрев помещение, сыщики никого не нашли, а собака все продолжала громко лаять. Она была возбуждена и не хотела уходить с места. Милиционеры поняли, что похищенные девочки находятся где-то совсем рядом. Но где? Принялись просматривать половой настил. Покрыто все это было пенопленом. При простукивании пола была услышана такой звук пустоты. При открытии здесь одного, где более тщательно прослушивалась пустота, простукивалась, было открыто напольное покрытие и был обнаружен вот лаз. К дому подозреваемого были стянуты основные силы ОВД. Сыщики опасались, что преступник воспользуется суетой и попытается скрыться. Обнаружили лаз подвального помещения и услышал голос мистер девушки молодой. Затем, значит, была взломана дверь в это помещение, которое было закрыто снутри. И мы про них, где была обнаружена несовершеннолетняя девушка, пристегнутая, значит, к стенке данного подвального помещения на ремне безопасности от автомобиля. На шее у нее находился ошейник с цепью на замке. Это была пропавшая 11-летняя Настя Морозова. Ее удалось найти, что называется, по горячим следам. Врачи на месте оказали первую помощь заложнице. Подали нож, кинолог, сотрудник, значит, обрезал данный ремень безопасности. Девушки подняли на улицу. Она была, значит, одежда на ней была вся изорвана. Она была в шоковом состоянии. Спросили, где находится вторая девушка. Она сказала, что ее увел куда-то дядя. Обыскав подземное сооружение, оперативники уголовного розыска пришли к выводу, что здесь находилось тайное логово сексуального маньяка. Все стены были обклеены порнографическими плакатами, а в потолок вмонтированы зеркала. Нашли и много специальных предметов для удовлетворения извращенных фантазий. Выслушав чудом уцелевшую заложницу, милиционеры принялись искать Оксану Баскову. Что-то было слышно, там вот она на помощь звала, там кричала. Не было такого? Ну да, она кричала, и там шелестели пакеты. Ага. После этого ее не видела? Mm-mm. Он говорил, что с тобой собирается сделать? Нет. То, что не отпустит, это ты уже понимала, наверное, mm-hmm. да? Спасенная девочка точно описала, как выглядел ее мучитель. Так сыщики выяснили, что школьниц заманил к себе ранее судимый мастер надгробных памятников Иван Панченко. Его сын Ваня дружил с девочками Оксаной и Настей. В тот день подружки заглянули во двор, где должен был гулять их приятель. Но маленького Ваню не нашли, зато наткнулись на его отца. Хитрый, матерый уголовник заманил подружек к себе в сарай и попросил помочь ему по хозяйству. Так они очутились в подземном бункере извращенца. Дальше мы туда спустились. Вот там много было дверей. Мы как зашли, он ту дверь закрыл. Потом мы зашли в другую, и он и ту закрыл. Пугались? Ну, когда туда спустили, да. Потом он сказал, что вы теперь отсюда не выйдете, вы в заложниках. Он связал нам руки и посадил. Посадил, да? Да. Ну, когда мы что-то пытались ему сказать, он кричал на нас. Я ее видела, когда привезли в больницу, она была в ошейнике, в крови вся, естественно, была, как мать. Шок был. Я бы в тот момент готова была ее разорвать. Да и сейчас в таком состоянии, что могу его разорвать. Пускай дадут нам его, родителям, с которыми он это сделал. Территория, где был расположен сарай и подвал душегуба, находилась в плотном кольце оцепления. Милиционеры сделали все, чтобы опытный уголовник не проскользнул мимо них. Несмотря на то, что сыщики нашли и спасли 11-летнюю Настю Морозову, беспокойный пес Рекс все продолжал громко лаять около сарая. Кинолог настоял на том, чтобы оперативники еще раз проверили всю землянку. По его словам, собака чувствовала, что там есть кто-то еще.
И на этот раз Рекс не ошибся. Начали поисковые мероприятия в самом подвальном помещении проводить. Со второй выкопанная яма, где он находился и накрытый был сверху паласом. Значит, когда проникли туда, наступив на него, почувствовали, что под паласом кто-то есть. И когда вытащили, это был Панченко Иван Петрович. Ну, вел себя неадекватно. Состояние было его непонятным, потому что, скорее всего, он был под состоянием наркотического опьянения. Я думаю, что можно назвать его маньяком, потому что он оборудовал подвал именно для своих сексуальных утех. Как говорила выжившая девочка, он под влиянием наркотических средств говорил, что он ее будет держать 3-5 лет, что ее родители не увидят, что он будет жить с ней, называя своей женой Беллой. Сотрудники уголовного розыска предположили, что сексуальный маньяк Панченко издевался всю ночь над 8-летней Оксаной Басковой. И, скорее всего, тело несчастной он спрятал недалеко от своего логова. Обследовав участок мастера надгробных памятников, эксперты обратили внимание на небольшой холмик. Обнаружили свежевыкопанную, перекопанную землю и политую. Значит, для этого взяли щуп. Был обнаружен полиэтиленовый пакет белого цвета. Был он из земли вытащен, где была обнаружена вторая девушка, задушенная с пакетом на голове. Смерть девочки наступила от механической асфиксии, от сдавления органов шеи петлей при удавлении. Руки, в конце концов, связаны. Вот. На голове была одета полиэтиленовый пакет и пакет, обернутый полоской материи, типа пояска с одежды. Два оборота и завязано сзади концы двойным узлом перекрестным. И концы сзади, и затянуто. Панченко достаточно долго издевался над девочкой и мучил. Конечно. Ну, дай полюбку. Оказавшись в следственном изоляторе, матерый уголовник Иван Панченко сначала заявил следствию, что все эти годы он трудился на представителей одной из ОПГ Северного Кавказа. И якобы именно эти заказчики требовали, чтобы он похищал школьниц, а затем передавал их бандитам. В эти сказки никто, конечно же, не поверил. Со временем душегуб перестал фантазировать и даже добровольно участвовал в следственных действиях. Маленький был почему? Не знаю. Я не знаю, убил я маленький. Я наш убил. Не знаю. Не в сознании было, что ли? Да не знаю я, что тогда вообще происходило. Сознание. Сознание у меня было раньше. И то, что у меня пожизненное, правильное, на мне было и хватит. И без детей много было и на мне. Я не знаю. Честно скажу, не знаю. Но знаю, что девочка не обманывает. И уйти я мог. Время было у меня много. Я в вольере уже очнулся, вниз спустился, в подвале сидела. Я у нее спрашивал сам. Она мне сказала. Старшая. Она боялась? Боялась, я сказал, домой пойдешь. Маньяк. Да не был я никогда маньяком. Не знаю. Маньяк. Я животным себя считаю. Не знаю, как это произошло. Но не мое. Еще с малолетнего возраста, практически 14 лет, он отбывал наказание в местах лишения свободы и выходил практически там на месяц, два, полгода максимум. И обратно возвращался туда.
И у него развился комплекс боязни женщин. Он опасался женский пол в принципе. И вот, может быть, какая-то месть была с его стороны женщинам. И он выбрал самый уязвимый контингент – это детей, потому что они не могли оказать ему никакого сопротивления. Личность арестованного Ивана Панченко внимательно изучили следователи и оперативники. Оказалось, что матерый уголовник был причастен и к другим тяжким преступлениям, которые успел совершить еще в 90-х годах прошлого века. Он когда говорил, если я начну говорить, то вы трупов столько, что вы замучаетесь копать. Ну, естественно, все эти данные, которые он говорил, проверялись на территории, в том числе других районов, не только Ставропольского края. Во время следственных действий было установлено, что самое первое кровавое преступление Панченко совершил еще во время службы в армии. Он жестоко избил командира части, а затем сбежал со своим другом Андреем Казначеевым. По дороге домой дезертиры занимались грабежами, но однажды не поделили добычу. Иван Панченко расправился с приятелем-сообщником. Тело расчленил и закопал. Потом долгое время убийца скрывался на Украине. По мнению сыщиков, именно тогда Панченко начал выковывать свой криминальный авторитет и обрастать связями. Отсидев 10 лет в тюрьме, он стал признанным лидером среди уголовников, так как часто устраивал бунты. Говорят, что его даже хотели короновать. После освобождения Иван Панченко вернулся в Светлоград и закрутил роман с Людмилой Маловичко. Родители девушки были категорически против этих отношений. Они требовали, чтобы их дочь бросила уголовника-убийцу. Но Людмила никого не слушала и без ума влюбилась в Панченко. У невесты рецидивиста был родной брат Григорий. Он подружился с Иваном. А вот будущей супруге Григория, 17-летней Оксане Тамаревской, дружба с бандитом также не нравилась, за что девушка в скором времени и поплатилась. Панченко знал, что Тамаревская настроена против него. Подкараулив ее на мосту, кровожадный убийца достал дробовик и в упор выстрелил в Оксану. Девушка скончалась на месте. Преступник скинул тело с моста в реку. Родные Тамаревской забили тревогу и организовали поиск. В этих поисках активно участвовал и сам Иван Панченко. И лишь один человек подозревал Панченко в том, что именно он расправился с Оксаной. Это младшая сестра невесты Ивана, Елена. Девочке было 15 лет. Она хорошо училась в школе и мечтала поступить на юрфак, а затем работать следователем. Школьница несколько раз подходила к Панченко и задавала вопросы относительно пропажи Оксаны Тамаревской, а все разговоры записывала на диктофон. Затем эти беседы анализировала и очень скоро пришла к выводу, что с ее подругой расправился никто иной, как сам Панченко. Вот после того, как он привел Лену Маловичко на вот это место, он стал предъявлять претензии по поводу того, что она делала записи, аудиозапись его разговора с ним по поводу Тамаревской. Вот, после чего он нанес ей один удар в голову, она упала. Он ударил ее сначала рукой. Вот, она сказала, я тебя посажу за эти вещи. После чего он нанес ей удар ногой уже по голове. И она начала на него ругаться. Говорит, что в любом случае, как бы, рано или поздно тебя посадят. После чего он просто руками взял ее за горло и сильно сдавил, пока не услышал хруст. Вот, то есть таким образом он ее здесь убил на этом месте. После того, как он убил Лену Маловичко, он вытащил боеприпасы, которые у него здесь хранились, положил тело в землянку, закидал сверху сухостоем, соломой, то, что здесь было, и поджег. Расправившись с Оксаной Тамаревской и Еленой Маловичко, маньяк Панченко добрался еще до одной девушки, которая подозревала его во всех этих убийствах. Марина Семилетова, подруга погибшей Елены, не раз подходила к Ивану Панченко с одним и тем же вопросом: «Ты убийца».
Однажды матерый уголовник пригласил Марину в лес. Там он нанес девушке-следопыту сокрушающий апперкот костяшками пальцев в область гортани. Она скончалась на месте. Панченко тащил тело в землянку, завалил деревьями, полил горючим и сжег. Вот как он объяснил свои действия. Никто не верит. Я не верю. Себе не верю. То, что совершал я убийство раньше. Да, совершал. Но это были мрази. И я мразь. И то были мрази. А девочки? Что мрази? А девочки? Это другое. Это совсем другое. Я говорю за то, что раньше были. А если бы не девочки, я бы сейчас не сидел здесь. Психически я могу отвечать за все свои деяния. И врачей проходил, но я не понял. И дурак на себя никогда не скажет, что он дурак. Поэтому я его дурак. В доказательство того, что я нормальный. Десятилетней давностью убийства он рассказал сам, потому что если бы Панченко не поведал о том, где он закопал трупы, ни следствие, ни оперативные сотрудники никогда бы их не нашли. Это было далеко от города, в лесополосах, и ничего не говорило о том, что там могут находиться трупы, там, где он показал. То есть это мог знать человек, который сам это совершил. Со смаком рассказывал о совершенных им, как 10 лет назад, преступлениях, потом на месте показывал, что он сделал на манекене, тоже отрабатывал, не отрабатывал, а показывал те удары, которые наносил девочкам. И перед камерой он чувствовал себя вполне свободно, раскованно, и даже складывалось впечатление, что он позирует, чтобы это осталось надолго. Действительно, сексуальный маньяк Иван Панченко надолго запомнится жителям Ставропольского края и родным убитых. Во время судебного процесса душегуб вел себя нагло. На его лице была улыбка, а на вопросы судьи он отвечал неохотно. Перед родными и близкими убитых Панченко даже и не думал извиняться. Видно было, что особо опасный преступник, не раз побывавший на зоне, не боится оказаться там вновь. Похоже, что злился он лишь на себя и прежде всего за то, что в очередной раз попался. На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем полного сложения назначенного наказания назначить Панченко наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Срок наказание Панченко исчисляет с момента его задержания. Правоохранительные органы Ставропольского края продолжают работу по расследованию дел об исчезновениях несовершеннолетних девочек за последние десяток лет. Не исключено, что к некоторым из них может быть причастен светлоградский маньяк Иван Панченко. В маленьком городке со светлым названием «Темное место, где нашли убитую 8-летнюю Оксану Баскову» все обходят стороной. Ведь никому не известно, сколько маленьких девочек замучил в своем бункере Иван Панченко. Ну а сам он никогда об этом не расскажет. Таким увидели дело маньяка Ивана Панченко. Это был честный детектив из Ставропольского края. Выводы делать только вам.